Один из перспективных микрорайонов города-курорта. Квартиры в этих домах, а также в других городах юга страны представлены на специальной ярмарке. Недвижимость от застройщиков, следовательно, без каких-либо дополнительных наценок. Очень хорошо знаем, где находятся дома, где какие квартиры девочки объясняют и как можно их приобрести. То есть вариантов очень много. Рынок очень большой, предложений очень много. Единственное, что все просят наличку, а здесь можно немножечко как-то оттянуть это время, что не всю полностью сумму набирать. Предложение от 9 компаний, которые объединились, чтобы вместе продвигать свои проекты. География, Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапа, Геленджик и другие города. По объему сданного жилья объединение занимает 5-е место в стране. Эти мероприятия играют огромную роль по поводу привлечения клиентов. Почему? Потому что на самом деле основная масса клиентов, которые покупают квартиры, они люди обычно состоятельные и, естественно, размещают свои денежные сбережения в банках. И вопрос еще идет, порядка 40% у нас сделок осуществляется через ипотечные программы, естественно, через банки. У нас, кроме нашего, так скажем, генерального партнера, как банк «Кубанькредит», наша компания аккредитована во всех крупнейших банках России. Это и Сбербанк, и ВТБ-24, и Возрождение, и Россельхозбанк, и Открытие, и Абсолютбанк, масса банков. Банку «Кубанькредит», где разработаны собственные ипотечные программы, мероприятие интересно, так как застройщики проверенные, работают по 214 федеральному закону. Это снимает определенные риски, следовательно, дает возможность конкурировать с другими кредитными учреждениями, предлагая более низкую процентную ставку, в том числе по социальным продуктам. Квартира для студента – программа, которая включает в себя совокупность скидок, которые предоставляются как от застройщика, так и от банка. По этой программе на сегодняшний день ставка по ипотеке 11,35, минимальная ставка. Первоначальный взнос, который возможен на рассмотрение, это от 5%. Даже если у людей нет денежных средств на первоначальный взнос, возможно накопление, у нас есть специальные вклады. Основными условиями по данной программе необходимо, чтобы в семье был либо студент, либо аспирант. Сейчас программа эта расширяется, добавляются и школьники 8 класса, то есть родители могут уже спрогнозировать поступление своего ребенка, допустим, в Краснодар или Ростов, и уже сейчас задуматься о приобретении квартиры. Ярмарка проходит уже второй раз, потому что интерес к ней достаточно большой. В субботу будет полноценный рабочий день.